Здравствуйте, в студии Анастасия Чепоруха. Я хочу познакомить вас с прогнозом погоды на выходные. В Таганроге ясно, 30 градусов. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55%. Ветер западный 3 метра в секунду. В Краснодарском крае ожидается малооблачная погода, возможен дождь, плюс 28 градусов. В Москве малооблачно, также возможен дождь, плюс 25. В Шарм-эль-Шейхе ясно-солнечно, плюс 35. В Лондоне ожидается пасмурная погода и возможные осадки, плюс 19 градусов. Все новости вы можете посмотреть на нашем сайте tvias.ru. Я желаю вам отличных выходных. Спонсор прогноза погоды – салон напольных покрытий «Ламель». Только качественный ламинат, массив, паркетная доска, пробковое покрытие для стен и пола, выезд замерщика, профессиональная укладка. «Ламель». Улица Александровская, 91-Б.